Доброї ранкової п'ятниці вам, дорогі друзі. Це програма «Мозаїка». З вами я, Віталія Токарчук. Не знаю, привітати вас чи ні з тим, що зараз вже наступив останній місяць осені. До речі, сьогодні перша п'ятниця листопада. Мені здається, що вже потрібно робити відлік, скільки залишилося до такого улюбленого свята, як Новий рік. Дорогі друзі, я дуже щаслива, що можу з вами поділитися музичними вподобаннями, що можу запросити гостей, з якими є про що цікаво поговорити. Я скажу вам, що ми працюємо у прямому ефірі, наш телефон 638-638. І для покращення настрою, як же без музики, давайте побачимо кліп. Снова вдвоем к лицу лицом, снова вдвоем и рук кольцо. Рядом с тобой забуду все, а тени на тонком плече, как пламя на белой свече. Какая ты сейчас красивая, Господи, Господи, а я не бросил мир к ногам твоим. Прости, ты прости, любовь назову твоим именем, всю жизнь назову твоим именем. Какая ты сейчас красивая, тысячу лет я ждать готов, только любви не прикосло. Это мольба и грешный сон, и губы на тонком плече, как пламя на белой свече. Какая ты сейчас красивая, Господи, Господи, а я не бросил мир к ногам твоим. Ты прости, ты прости, любовь назову твоим именем, всю жизнь назову твоим именем. Какая ты сейчас красивая, ангел мой вечный.
Дорогі друзі, а у нашій студії вже з'явився гість. Це співак, танцюрист Вадим Ковальченко, якого я дуже рада вітати в нашій студії цього ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Уже Ковальський, уже просто уже Ковальський. Ковальський. Да, уже просто без Вадим, без Ковальченко, уже просто Ковальський. А ти обіжаєшся или як відбувається сейчас вот этот переход? Нет. Вообще, когда-то, да, я стеснялся этого, там у нас это был дружеский прикол, скажем так, когда вышел... Который плавно перерос. Да, который плавно перерос уже вот в такой псевдоним. Это всем известный мультик «Мадагаскар». И меня все назвали Ковальский. Я там обижался, потом понял, что... Вот когда уже искал себе псевдоним, я понял, что это все-таки самый такой звучный, и он быстро запоминается. Зачем же искал себе псевдоним? В принципе, у тебя довольно звучная и фамилия, и имя. Фамилия, имя, но оно длинное. То есть нужно было что-то короткое, такое броское, то, что будет запоминаться очень быстро. Это тебе так посоветовали? Да. Да? И ты прислушался? И когда вот, да, вот когда я уже сказал, там, Ковальский, они такие, о, а кто это придумал? Откуда это, что это? Я говорю, о, если бы вы знали, откуда ноги растут. Ты очень давно был в нашей студии уже. Да, это было очень давно. Очень давно. Да. Очень рада тебя видеть. И хочу тебе сказать, что за то время, что мы не виделись, в профессиональном плане ты очень хорошо вырос. Очень, спасибо большое. Если можно так сказать. Вот ты и танцор, и певец. Все-таки больше ты себя оппозиционируешь как певец или как танцор? Или это неразделимо? Ну, я тоже сначала думал, что когда-то к чему-то я приду, наверное, к одному, да, но я понимаю, что одно без другого никак во мне жить не может, то есть как и я без другого там не могу жить, поэтому я стараюсь совмещать, как бы сейчас, да, я зарабатываю, да, на себе на жизнь, это танцами, да, то есть у меня там своя студия, как бы этим я занимаюсь большую часть времени. Ты преподаешь? Да. Деткам. То есть у меня свои группы, да, детки, взрослые, то есть у меня есть все возраста. А кто охотник тебе ходит? Что? Кто охотник? Охотник, да, наверное, все. В принципе, взрослые, наверное, ходят для того, чтобы расслабиться. То есть у нас атмосфера такая очень веселая. То есть мы, наверное... Вы занимаетесь? Мы, да, у нас ползанятия мы занимаемся, половину занятия мы ржем, там, я не знаю, у нас какие-то шутки. Да, то есть у нас вот такое. И я понимаю, что вот как бы они, наверное, ради этого и ходят. А детей, да, дети, они, может, уже даже ходят уже за каким-то результатом. То есть их-то подстегивает. И они там ходят, чтобы похвастаться там между своими, там, вот у меня там такая медалька, у меня там такой диплом и там все остальное. А получать медальки и дипломы за своих учеников, это по-другому? Другие ощущения вот у тебя? Да. Что чувствуешь? У меня своих, конечно, вот именно наград было очень мало, потому что, ну, рос я не в такой там обеспеченной семье, да, чтобы там ездить на эти все соревнования. Поэтому, конечно, сейчас приятно, когда у тебя дома стоят эти все кубки. То есть, ну, ладно, медали я как бы всем... Короче, ты отнимаешь у детей все, что ими заработано. Нет, медали они забирают. То есть, я не имею права, то есть, это как бы это их. А кубки они отдают мне, потому что, как бы, ну, кубки отдаются только за групповой танец. То есть, и они же не могут поделить там на 20 человек этот кубок. Они отдают его мне, там грамота, то есть название студии и имя тренера пишется, поэтому все оно хранится у меня. Это очень конечно приятно, да. Ты наверстываешь, наверное, с ними, да? Да, то, что я не успел сам, я наверстываю, конечно, с ними. И, ну, это безумно приятно, что даже в конкуренции, да, с теми ребятами, да, тренерами, с которыми мы там когда-то тоже соревновались, то есть где-то мы все-таки где-то выигрываем и сами. Слушай, ну ты такой молодой исполнитель, у которого, в принципе, должно быть по минутам расписано время. Вот тебе не жалко вот это время, которое мог бы потратить на себя, на свое творчество, сугубо, не отвлекаясь, тратить все-таки кого-то там тренировать, учить? Но были такие мысли, было, что вроде как, наверное, все-таки нужно за себя, да, подумать. В принципе, оно так и есть. То есть время и подумать и за себя, и есть время... заняться тем, что тебе нравится, то, что ты любишь. Хватает тебе времени? Конечно, хватает. Оно раньше этого не хватало, когда я работал не сам на себя. Сейчас я работаю сам на себя, поэтому я свое время могу разделять так, как я себе хочу. Ты еще и так и бизнесмен. Да, уже. То есть раньше, конечно, не хватало времени катастрофически ни на что. То есть как бы есть какие-то там рамки, правила, и их нужно было придерживаться. Сейчас, слава богу, этого нет. Нарушаешь все. Да. Твой день рабочий, это сколько часов? Если в танцевальном плане, то это часов... Вообще, вот, допустим, сколько ты тратишь на саморазвитие в день и на занятия с детьми? Ой, ну это, наверное, все-таки целый день уходит. Чуть туда, да?
Хватает тебе времени? Обычно все жалуются, что 24 часов. Не хватает, потому что ну, не всегда умеешь его правильно распределить. Угу. Там вроде и туда, а тебе надо уже и туда, и туда, и туда, и ты понимаешь, господи, как я успею еще туда? И ты понимаешь, что ты вроде как и успеваешь, а вроде как и нет. Утро — это твое время? Нет. Вообще не твое. Утро, да, встать утром, и я вот даже сегодня думаю, боже, как я встану, ну так-то нормальненько. Все гости приходят с этой мыслью к нам, да, и не только гости, но и все, я так понимаю. И улыбаются утром, как будто самое хорошее настроение, да, самый лучший день. Все, кто работает, когда приходит сюда, у всех повышается настроение. Утро — это тяжело. Благодаря вам, дорогие друзья, мы очень рады, что вы нас смотрите. Кстати, хочу вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 638-638. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, обращайтесь. Ну, давай поговорим о твоих успехах творческих. «Танцуют все», 9-й сезон. Да. Это такой конкурс, к которому ты шел очень долго, я так понимаю. С ним вообще получилась такая ситуация, история, что я никогда к нему не шел. То есть я вообще не шел. Как бы он тебе и не нужен. Он мне не нужен был, я не хотел. И получилось так, что мне написали в одной из социальных сетей просто сбросить видео. Сбросьте видео, у нас там будет кастинг, там «Танцуют все». Я так... Ну окей, ну скинул. Они попросили еще видео, то есть я скинул еще видео. И как бы о каких-то там прохождении-непрохождении даже не думал. И когда мне пришел ответ, что вы попали на телекастинг, то есть я не ходил на предкастинги, которые вот были в каждом городе, я так сижу, думаю... Может, не пойду, да? Вот это я попал. То есть меня, когда я как бы уже рассказал своим знакомым, они меня все заставляли. Я говорю, я не поеду, оно мне не надо. То есть я понимаю, что как бы вот я не хотел на самом деле... И все-таки, наверное, благодаря им я как-то себя заставил, переосилил, то есть подготовил. То, что, конечно, в итоге показали там, это, мягко говоря, было... Не то, что ты хотел. Не то, что я хотел, не то, что, наверное, ожидали увидеть другие люди, с которыми со мной знакомы. Да и, в принципе, вся Украина, которая это смотрела, потому что мнения, конечно, расходятся. Есть люди, которые понимают, что это все-таки шоу, и, наверное, что-то было не так. То есть есть люди, которые вот слепо верят в то, что показывают вот по... Ну скажи, вот ты так сейчас говоришь о телевидении, ты теперь разочаровался в телевидении или нет? Нет, у меня теперь такая есть цель все-таки подготовить что-то иное совсем, да, то есть от того, что я танцевал до этого, и показать себя совсем с другой стороны. Для того, опять-таки чтобы «Танцуют все». Да. Вот у меня был выбор там X-Factor, «Танцуют все», на X-Factor не пошел, потому что понимал, что в принципе он ничего не дает. Судя по сколько там уже, 7 сезонов, да, а никто из этих 7 сезонов и не выбился. Ну, подожди, Литвинкович, если я не ошибаюсь, как бы гастролирует. Гастролирует, но это все равно не то. То есть было не очень тот много... уровень. Не тот уровень, ну, оно на самом деле не тот уровень. То есть есть много исполнителей, которые были на X-Factor, но нигде их нет, ярких исполнителей, которых кто-то, наверное, все-таки мог взять там под свое крыло, раскручивать, то есть пиарить. Нигде этого нет. Ну, наверное, и невозможно, потому что такой конвейер, такая большая машина, возможно, огромная, да. X-Factor, и «Танцуют все», что не поэтому тратят уже на это время. У меня был вот такой вот как бы хитрый план, скажем так, все-таки себя как бы, как не запустить, а разрекламировать, да, за счет «Танцуют все», и там уже дальше как-то стараться, где-то уже именно вот благодаря «Танцуют все», уже как-то себя продвигать. Вот ты так говоришь, отрекламировать, то есть, в принципе, твое участие тебе помогло, я так понимаю. Оно где-то помогло, да. Помогло. То есть уже сейчас как бы участник «Танцуют все», да, это как бы лозунг, это такое как бы броское. Это уже какая-то галочка где-то. Да, там, галочка в портфолио есть, да, 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 да. То есть поэтому оно где-то в какой-то степени влияет, тем более в танцевальном мире. Угу. А давайте мы так говорим интересно, чтобы наши телезрители поняли вообще о чем, как и какие недочеты, что там тебе не нравится. Давай посмотрим сейчас видео с конкурса «Танцуют все». Вот может у Вадима лучше получится. Ще в день у танці справжнього боксера судді не побачили мужності. Мені не вистачає інтелекту. Ну, смог ли он, такой вот накачанный мужчина, вот так вот выйти и вот так вот презентовать себя впервые? Тому ввечері до своєї задачі стати в танці мужиком Вадим взявся, як у тренажерці. З усією віддачею у кілька підходів.
Ну, я буду повторять Татьяну Денисову, потому что она придралась к моей мужественной интеллектуальности. Я думаю, ей понравится, и концовка будет только для нее. Ну, у него, мне кажется, что у него должно получиться более-менее природно. Да, если не он, то кто? Ну, да. Это он такой облегченный вариант, да? Ой, блин. Хочешь использовать свой шанс до конца. Maybe just for you? Вот так вот. It can be. Спасибо. It's just for Tokyo. It's my shirt. He said, no, nobody know. Вадим, о чем ты думал, когда танцевал? Я могу ответить. Давай. Я хотел доказать Татьяне Денисовой, что я могу сделать то, что она попросила. То, что ей не понравилось, то, что ей не хватило. Ну что, Таня, доказал? Я просила интеллект, да? А хореография такая оказалась, что интеллекта мало. Но мне понравилось то, что ты не побоялся, пришел сюда. Смотрел мне в глаза. Сегодня это сработало, ты в сотне. Спасибо большое. Вот так все просто. Сегодня я очень рад, если ты постараешься. Ты просто, видимо, хороший парень, да? Добрый очень. Добрый. Надо бэтбоя включать иногда. Bad хорошо? Boy. Но с интеллектом не забывай, это само собой. Ну что, делись впечатлениями. Да, ну интересно со стороны. Со стороны, да, вот этот танец. Вот чтоб люди поняли, это монтаж. Подрезали так, как считали нужным, да? Это была хореография, да, которую нам показывали всем ребятам, которые прошли, да, на эту ночную вечернюю хореографию. Это была ночная хореография. Мы сидели, наверное, на съемочной площадке до часов 3 ночи. То есть мы уже были никакие. Особенно те ребята, которые проходили раньше. Да, то есть там у нас в 8 или в 9 утра началась съемка. И нужно было целый день сидеть, и нас никто никуда не выпускал. Вас хоть кормили сразу? Нас кормили в сотне. В сотне нас кормили. Здесь нет. Здесь уже как бы там каждый сам за себя. Мы отпускали наших там родственников или близких, чтобы они... Поддерживали. Да, чтобы они... С тобой кто-то ехал? Со мной нет. Но у меня были знакомые, которые... У которых были родственники. Купите мне, пожалуйста, там, я не знаю, хот-дог или шаурму или что-нибудь. Чтобы же кушать хотелось, конечно, страшно. И... Получается, это, слава богу, показали хореографию. То есть не показали тот изначальный танец, после которого меня отправили на нее. А почему? Не показали вообще? Вот показали маленький фрагмент? Его, нет, там, его показали. Там, где ты игриво виляешь бедрами. Да, это очень было весело. То есть по факту, как бы танец у меня длился 1:45. Там практически 1:50. Из всего то, что показали в эфире, из моего танца, там осталось 35 секунд. То есть минута 10, полностью весь хип-хоп, да, то, что там мужское, то есть как оно там все преподносилось, это вырезали напрочь. И вот эту вот тряску пятой точкой, скажем так, ее нарезали с разных ракурсов. Вот эти 3 секунды, которые там, 3-5 секунд, которые были, их нарезали с разных ракурсов, получилось что-то как целый танец. И, значит, после эфира мне звонит мама. Говорит, как ты мог? Как ты мог это показать? Как ты мог это танцевать? Говорю, то есть ты веришь в это все? То есть у меня как бы, да, там состояние было, конечно, очень классное. То есть я, в принципе, где-то в какой-то мере я понимал, что что-то, какой-то подвох будет, но не до такой степени. Ну не понимал, какой. Да, то есть я не понимал, что это будет настолько слишком. Это было слишком, на самом деле. Вот этот танец, который мы увидели уже после хореографии, ставил не ты. Да, ставил не я, то есть это был финалист, я так понимаю, что там предыдущих сезонов. То, как мы это учили, это тоже другая история, то есть...
сначала показывают одно, потом показывают третье, потом десятое, и ты как бы... Ну, возможно, это вас так проверяют, насколько вы можете... Нет, то есть, получается, там была такая ситуация, что это, ну, это слип-пластика, то есть танцевали и девочки, и парни. То есть у девочек была своя хореография, у пацанов была своя. Угу. То есть, в принципе, у нас танца как такового не было. То есть мы большую степень ходили. Нам угу. нужно было ходить и там какие-то прыжки делать. Мы, когда это все увидели, конечно... У всех было удивление. То есть там было там парням было по лет 18-19, они вообще не понимали, что это такое. То есть у всех как бы видение там слип-пластики, это только девочки танцуют. И когда нам уже показывали, то сначала показывают одну руку, потом другую руку, потом две руки. И ты не понимаешь, что тебе танцевать. То есть ты понимаешь, что на тебя смотрят те же судьи, они за тобой следят, и ты потом выйдешь, танцуешь не то, что надо, а они тебя... От перемены мест рук что-то меняется? Вот, они расскажешь. Могут сказать. Да, что вы у них вот, той... Все зависит от их настроения. Они там сидят целый день. Конечно, они могут придраться, там мизинец не туда поставят. Очень жестко. Очень жестко, да. Mm-hmm. Это все это возможно. Это и так. Когда мы это все учили, у нас была задача после основной хореографии, у нас было 20 секунд импровизации. То есть mm-hmm. мы должны были каждый придумать, что, вот как мы закончим. То есть это финальная точка. Вот это финальная точка, там, где ты снимаешь с себя кофту. Вот это тобой была придумана? Это финальная точка? Или то, что-то подрезали? То, что снимаю кофту, это было мной придумано. То, что я подходил к Татьяне Денисовой, это мне посоветовали. Uh-huh. То есть, как бы, ну, была такая задача, да, то есть доказать ей, что там я могу, я хочу, там я рвусь, да, и я стремлюсь к этому всему. Но не вставили самого танца. То есть, как бы, вот эта проходка к судьям, ну, секунд 5-10 максимум. Все остальное, то есть самого танца они не вставили, саму импровизацию. А там было, извините, на уровне. То есть... И, может быть, такого можно было показывать, наверное, после 11 часов вечера. Потому что, ну, это стрип-пластика, и нужно было как бы удивлять. Может, поэтому и не показали, понимаешь? Может быть, но есть участники, которых показывали там и пооткровеннее, скажем так. Поэтому, как бы, ну, все знают о том, что вот как им удобно, так они и нарезают. Mm-hmm. То есть я когда ездил, недавно ездил в Киев, общался с ребятами, да, там те, которые... задействованы, так скажем, в этом шоу. То есть они, да, они сказали, что там все это изначально было понятно, что было известно, что будет именно вот так. Но люди хотят шоу, вот они его и люди получают. Хотят шоу, но... Хотят ли шоу танцоры? Вот но тем не менее, уже даже не танцоры, уже люди, просто обычные люди, которые смотрят этот проект, они понимают, что это уже неинтересно. Угу. Но сколько можно каждый год показывать каких-то фриков? Либо из нормальных людей, у которых есть нормальные танцы, делать этих фриков. Угу. То есть в основном, вот у нас даже есть беседа, да, вот ребята те, которые прошли в сотню, то есть мы это все обсуждаем. И в каждом эфире у каждого человека то ему музыку поменяли вообще. То есть они не ставили его музыку, а ставили чужую. Там, либо нарезали так танец, что там, в принципе, непонятно, что ты там танцуешь. Либо танцуешь ли вообще. То есть ты там можешь просто ходить и улыбаться. То есть, ну, мне кажется, что все-таки надо как-то расти. И по сравнению с российским проектом, да, который запустили, называется «Танцуй», наш проект уже, к сожалению, доживает свои последние дни. Вот мне, так вот. Мне так кажется. И несмотря на эти слова, ты... Планируешь поехать еще раз и доказать? Планирую поехать еще, а какого? У нас уже других, как бы, в принципе, выходов нет. Новых проектов нет. То есть, насколько только я... из-за этого? Только я из-за думала, этого, что да. Я думала, что ты да. хочешь доказать, что ты танцуешь лучше, чем то, что показали. Это да. Чтобы да. у тебя даже секундочки не было там, где вообще... ты отдохнул, а вот был такой да, танец, да, что да, нечего да. было бы вот нарезать. Вот у меня, как бы, в принципе, есть такая идея, есть такая мысль, и уже, в принципе, даже музыка есть, под которую я бы вот хотел станцевать именно такой танец. Но неизвестно, будет ли вообще этот проект. То есть угу. поговаривают о том, что, может, его вообще не будет. Вот так ты расстроил всех сейчас. Да, я и сам расстроился, когда я услышал. Проект. Но, может, это все-таки слухи. То есть, ну, в принципе, может, они так ажиотаж будут собирать на следующий год. Не знаю. Хорошо, смотри. Дело в том, что зрители не все видели, нарезали. Но члены жюри видели все. И Татьяна Денисова сказала, что ей не хватило интеллекта. Вот там вырезали. Там была гениальная фраза Татьяны Денисовой, с которой там просто лег весь зал. Она говорит, ну вот я не понимаю, вот после того, как я станцевал, говорит, я не понимаю, что вот мне не хватило. Вот мне не хватило... Английского рожка. Мужского интеллекта. И тут все такие, чё? И что она имела в виду? То есть там, в принципе, никто не понял. То есть и она объяснить ничего не может. То есть я когда спрашиваю, что вы имели в виду, что вот вам конкретно нужно, говорит, вот я не понимаю, вот мне не хватает просто мужского интеллекта. Чего-то я говорю, ну окей, дальше. То есть там нарезали даже интервью. Они меня спрашивают, о чем был танец. Я отвечал на самом-то деле. А они нарезали так, что там я чуть ли там какой-то неадекватный вообще парень. То есть изначально, когда я ехал, то есть я готовил совсем другой танец. Угу. Это
был хип-хоп лирика. Может, мне, наверное, надо было его все-таки добить и его станцевать. Это там, вот там, в принципе, была моя личная история, которую вот я хотел воплотить, и вот как-то уже за нее забыть, да, скажем так. Потом я так подумал, зачем эти сопли нужны, если и так очень много сопливых танцев. То есть это контемп всего остального. Я собрал самые лучшие вот, куски, да, танцев, которые я ставил для своих ребят. Я их немножко усовершенствовал, усложнил, собрал в одно, и, в принципе, вот оно как бы вышло вот, вот таким. И когда меня спросили, то есть какая была задача этого танца, я сказал, что вот я хотел вам поднять настроение. Я говорю, потому что я понимаю, что вы здесь сидите целый день, вы на это все смотрите, и я понимаю, что, в принципе, наверное, все-таки вы устаете. А они нарезали так, что они меня спросили за мой танец, который я танцевал, оставили реплику так, того, да, что в принципе я танцую какую-то лирическую историю, а тут показывают, что я трясу пятой точкой. Где логика? То есть, ну, и люди думают, что какой-то неадекват. Сделали, как им было удобно. Да, но несмотря на это, все-таки у тебя еще осталось желание. Осталось, да. То есть, ну, желание осталось не из-за того, что показали, да, а вот той атмосферы. Ага. Не, даже той атмосферы, которая была там. Хочется еще. Хочется еще, конечно, хочется еще. Да? Очень жаль, что все-таки я туда не ездил раньше. Вот, ну, вот, к сожалению. А что бы тебе дало то, что ты ездил раньше? Просто эти ощущения ты бы получил раньше. Эти ощущения и стимул бы был раньше, да. У тебя появился новый стимул. Да, да, конечно. Какой? Саморазвитие сейчас, да. Да? В первую очередь. Слушай, да. То, что ты сам себе ставишь танцы и усовершенствуешь, это, в принципе, сложно, потому что обычно хочется какого-то взгляда со стороны. Или есть те люди, хореографы, есть, танцоры, есть, которые тебе конечно, говорят... Конечно, да. Ну, в принципе, в социальных сетях, да, мы выставляем все видео, и каждый это комментирует. Ну, ты понимаешь, в социальных сетях не все же профессионалы. Нет, вот именно среди танцоров. А, среди танцоров. Но и среди танцоров тоже, ты понимаешь... Тоже не все профессионалы. Не то, что не все профессионалы, не все могут адекватно оценить. Они видят, что у него где-то лучше, значит, надо его где-то все-таки вот уколоть, да, где-то что-то такое сказать, потому что ты сам что-то сделать не можешь. Я стараюсь всегда, если я вижу, что это круто, то я говорю, что это круто. Если нет, значит нет. В общем, как сказала Денисова, ты добрый, хороший парень. Ну, да, да, да. И, наверное, с этой же стороны я себя показал в сотне. То, что уже будут показывать чуть позже. Где-то так. Вылетел я после бальных танцев. То есть, вообще, Попал в сотню. Да. Где вы жили? Жили мы в гостинице. Нас да, поселили в гостиницу. То, как там это все происходило, тоже было очень весело. То, как мы заезжали, выезжали оттуда каждый день. Сколько ты провел времени там? Три дня. Три дня, да? Да, из пяти дней я провел три дня. То есть пять дней было сотни, это все, то есть отсеивались люди. И там же тоже... Боже, как это все быстротечно, потому что за пять дней успеть в том-то всех и дело. Отсеять, то есть 100 человек. У них, я так понимаю, что была задача, то есть в каждый день им нужно было определенное количество людей убрать. Но нет, этих людей не убирали. И в итоге, сколько там человек осталось типа в двадцатке, вы это все узнаете позже. То есть на самом деле там двадцатки нет, далеко совсем. И, ну, мы, конечно, все были немножко в шоке, когда это все происходило. То есть люди не вылетают, не вылетают, не вылетают, а потом просто вылетают пачкой. Вот просто вот их много. Много сразу вот за какие-то там мелкие огрехи. То есть у нас там первый день было испытание, это образ. То есть мы вытягивали в конверте образ, и мы должны были в своем танце, который мы поставили. То есть мы когда ехали в сотню, у нас у каждого было 4 танца, мы должны были поставить. И вот в этом готовом танце мы должны были показать этот образ. Костюма нет, там грима нет, ничего нет, никто тебе не помогает, кроме тебя самого. И мы там каждый друг у друга там какие-то, я не знаю, там юбки, куртки, что-то вообще. Универсальные бойцы. Да, да, да. То есть если первый день, когда мы туда приехали, друг на друга там каждый так искоса так посматривал, все там кучками какими-то стояли, то когда пришло время подготовки, все, все сразу эти барьеры, они как бы ушли, все сплотились, потому что нужна была помощь. То есть, ну, выгода, взаимовыгода, поэтому, естественно, ради взаимовыгоды все свои принципы каждый оставил. Поэтому уже все подходили, конечно, спрашивали там, где что, какие-то гуашь, я не знаю, там какие-то тени. У кого что было? У кого что было, да, то уже просили, там кто-то услышал, у меня есть гуашь, и все там, эта орава летит за этой гуашью, потому что надо, и все же это очень быстро. А я умею красить гуашь. Да, 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 да. А вот я по поводу «я умею красить», там, да, у меня был грим, образ тоже, наверное, не буду пока раскрывать, все-таки не будет интереса. После того, как мы станцевали, нам нельзя было его смывать. А у меня лицо стянуло до такой степени, что, я не знаю, мне казалось, что мне лет 50.
мне просто стянуло со всех сторон. И когда я говорю, можно мне пойти смыть? Они такие, мы не уверены, что еще раз так получится тебя покрасить. Потому что там слоев, наверное, было три. Сначала один слой, они сказали, нет, не тот цвет. Второй слой, то есть не смывая просто. То есть, я не знаю, там, наверное, можно было ударить по затылку, оно бы все посыпалось. Тяжела жизнь. Наверное, да. Ну как тяжела? Это все-таки было из подручных средств. А профессионал это все делает совсем по-другому. Поэтому, наверное, было бы проще. Давай мы прервемся сейчас. Дорогие друзья, к нам, хотя такая оптимистическая нота, но тем не менее, дошла информация, что любимый всеми заслуженный артист Сергей Владимирович Терентьев сейчас находится в больнице. Дорогой Сергей Владимирович, выздоравливайте, пожалуйста, мы вас очень любим. И чтобы как-то, не знаю, поддержать вас, наверное, давайте посмотрим видео с вашим участием. Для всех наших телезрителей очень хочется. Thank you.
Дорогой Сергей Владимирович, выздоравливайте, пожалуйста, мы вас очень-очень любим. А вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что в нашей студии замечательный гость, певец и танцор Вадим Ковальченко. Вадик, мало времени у нас на самом деле осталось с тобой, потому что есть еще что показать. Расскажи вообще сейчас, какое у тебя отношение к всем кастингам, и собираешься ли ты
помимо того, что будешь доказывать второй раз в «Танцуют все», если произойдет такое, куда ты еще двигаться? Где-то в каких-то конкурсах участвовать? Или ты уже понял, что не нужно? Или наоборот заразился вот этой атмосферой и теперь как не можешь? Ну, скорее всего, атмосферой я заразился, да, то есть и атмосфера танцоров. Атмосфера певцов, она не такая особенная, скажем так. То есть они в основном как-то все вот между собой как-то... Ну, мне на особо своих не понравилось. Нотах? Да, каждый на своей волне. То есть у танцоров как-то больше есть своих тем, да, которые mm-hmm. можно вот разделить. Там какие-то джемы, там батлы, то есть вот такое. Атмосфера, безусловно, да, она заряжает, то есть она как-то притягивает. Кастинги, ну как бы тут всегда нужно делить... На 10-20. Ты теперь делишь вокальные... И на те. То есть нужно ходить и туда, и туда. По-любому, да. Но в любом случае нужно всегда готовиться. Угу. То есть какой бы там кастинг ни был, ты должен готов быть всегда вот ко всему. Сразу. То есть, ну, ни в коем случае нельзя идти неподготовленным. Хорошо, опять тебе задам такой спорный вопрос. Если будут два кастинга в один и тот же день, кастинг вокальный и кастинг танцевальный, на какой ты пойдешь, какой выберешь? Все зависит от того, какой это будет проект. Если только будет проект ниже, да, по уровню, да, по качеству, то я, конечно, выбирать. Буду, да, то, что выше, то, что вот я буду понимать, что для себя это вот я больше смогу вытянуть с этого. То есть вот тут выгода, то есть, ну, это в любом случае для каждого человека это выгода, кастинг. То есть ты должен как-то себя зарекомендовать, выстрелить. Если на этом проекте тебя где-то покажут там на каком-то канале в 10 часов вечера, то спрет тебя не будет, угу. и никто не узнает, то какой смысл на него идти? Ну, а как, потом ты себе запишешь, выложишь где-то в социальных сетях, и все посмотрят, полайкают. Не знаю, мне кажется, вот, оценивать можно только вот по уровню проекта. Только так. Будешь ты еще куда-то ездить? Да. Я для себя понял, что все-таки да, это нужно. Не будешь останавливаться. Да. Продюсер нужен тебе или нет? Ну вот ты как смотришь? Не знаю. Мне кажется, что все-таки в рамках... У меня были попытки, да, общения вот именно с продюсерами, да, которые... И они всегда пытались навязать какую-то там свою точку зрения. То есть они... Вот была там девушка... Она предложила сделать сначала сольный проект, угу. потом она предложила группу. Потом добавила тебе еще каких-то людей. Да, потом она говорит, что я там тоже буду петь. И, в общем, что-то было такое невообразимое, непонятное. То есть начали уже там писать песни. То есть мы там общались со звукорежиссерами. Кстати, со звукорежиссером, который написал Криду песню «О боже, мама, я схожу». То есть мы это все как бы обговаривали, все это слушали. Потом в итоге это все отменилось. И слава богу. То есть тот стиль, который пытались мне навязать, я понимаю, что это не актуально. Актуально это было 20 лет тому назад, когда были руки вверх. Угу. То есть мне там предлагали в майке, в джинсах, там, в какой-то еще клетчатой рубашке бегать по сцене, прыгать и делать вид, что мне очень весело. Хотя тебе было грустно на самом деле. Петь какие-то песни, вот что-то типа шлепок. Да? Ага. Вот что-то, то есть я себя в этом не представляю. То есть я всегда представлял себя в том, что я пою и танцую одновременно. Угу. То есть вот я всегда хотел так. Хорошо, продюсер в твоем вокальном направлении тебе не нужен. А есть же какие-то менеджеры, которые работают вот с танцорами? Вот менеджеры, да. Тебе нет, нужен такой? Даже и в вокальном есть директора, есть менеджеры, которые вот этим занимаются. У тебя сейчас есть команда? Команды как таково... Ты ну, сам есть, помогают. Есть те, кто, угу. вот, у кого я спрашиваю совета. То есть те, кто лично со мной работают, нет. Пока я, к сожалению, не такая прям известная личность, да, чтобы там у меня был продюсер, менеджер и все остальное. Но к этому мы стремимся. Я думаю, что это когда-то в скором времени будет. И тебе это искренне желаю, потому что очень важно, когда у тебя действительно здоровская команда. Спасибо. А вам, дорогие друзья, скажу, что именно в эти выходные пройдет отбор на Евровидение 2017 года. К нам приедет Константин Меладзе. Не уверена, что приедет Джамала на первый отбор, но может быть. Одессу будут представлять, конечно же, самые талантливые, а как иначе, потому что мы все одесситы. Будет представлять и замечательный певец, музыкант, который был гостем нашей программы, глашатай Майк. Он придумал, сочинил, снял замечательное видео на замечательную песню. Давайте послушаем ее и будем за него держать кулачки. Ask yourself, what does really make you happy?
Дорогие друзья, я так всегда болею за одесситов. Будем держать, еще раз скажу, за Майка кулачки. С вами мы увидимся в следующую пятницу. А сейчас для вас сюрприз. Вадим споет песню очень хорошую, замечательную, которую сделал вместе с еще одним талантливым музыкантом и певцом Алексеем Ялынским. Давайте послушаем. Закрытыми глазами прямо в пропасть между нами, покорно вниз до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь друг другу? Лозунги и все по кругу. Притворяйся, будто я больше не люблю тебя. Не люблю, а может, черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, черту любовь. Все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. Полночь, кофе, сигареты. Я не знаю, с кем и где ты. Ранит и сбивает с ног. Ревность, как электрошок. Сердце молча возвращаю. Не могу ходить по краю. Как же мне тебя забыть? Взять и речи разлюбить. Разлюбить. А может, черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, черту любовь. Все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. Я пришел. Я пришел. Вышло так, не знаю, с кем ты, где ты, как. И сколько поцелуев на твоих губах. Сколько же ночей с ума сходила в темноте. Но сегодня говоришь ты мне. А может, черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, черту любовь. Хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Любовь.